Так. Так, нужно сетку посмотреть сейчас, ребят. Скоро я у вас тоже буду с вами. Задержку выставил. Мината прошел дальше. Так, 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 Dark Noobчик. Strange Dallas Pulsing. Так, так, так. Ищем, не знаю, пока не могу найти игру. Кас у нас тоже ждет оппонента. Култи можно ворваться сейчас. Он Лайтвайта ищет. Нашего Лайтвайта. Так, ну Култи пока не играет, никто не пока не играет, мы ждем этого. Так, пошел инвайт от Култи, отлично.
Так, ульти лайтвейт, начинается игра, поехали. Так, ребят, задержка 90 секунд, отпишите, как там с премиум, сейчас здесь у нас интересно, какая-то тема от Култи пошла, посмотрите. Попытался запилить пробку оппонента, здесь у нас второй гейт, Нексус, кибернеточка пошла, кибернеточка поздняя получается у нас. Секунду. Неудобно стоп-старты просто делать при задержке, потому что, ну, сами понимаете. Так, ну что, у Култи здесь два гейта. Сталкеры строятся, дома делается варп. Еще плюс гейт пошел. Четыре уже гейта у Култи. Здесь у нас что-то сталкеры бегают. Нужно развернуться и подраться нормально. Култи сейчас вот снизу пытается сталкеров напрягать. Здесь уж Мазеркор уже вылетел. Начинает пилоны пробивать здесь. Так, нужно пилоны защищать свои. Я не понимаю, что Култи делает. Почему пилоны просто элементарно не отбивает. Еще один сталкер выходит, нужен пилон прикрыть сейчас. Успел прийти, поставить уверчашку, ульти начинает оппонента здесь ловить. Минус Мазеркора, а это уже ошибка сверхсерьезная была сейчас от Лайтвейта. Потерять Мазеркора, у него не будет уверчажа, у него не будет варпа, у него ничего не будет сейчас. Пользователь Батфавайри активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Бэтфэри. Пошел варп от Култи. Не понимаю, почему не восстанавливает Мазеркор. Ну, кстати, Мазеркор Лайтвайт не восстанавливает, но даже учитывая, что он не восстановлен. Здесь пилонов нет на рампе, он особо-то и не помог там Мазеркор, получается. Так, Филд пошел. Сентрю нужно минуснуть. Ну, Сентрю минуснет Мазеркор. А здесь сталкеры все минуснут. ГГ. Так, Спелсингер там что-то тоже ожидает. Еще Спелсингер у нас ожидает. Он сверху находится, по-моему, в сетке. Вочер 17 там. Ладно, Култи, да, смотрим против Лайтвейта. Вот, по поводу проблем на премиуме в курсе. Сейчас будет, естественно, пытаться разобраться с этим ледокольчик. Вот, короче... Пока на другие качества переходя, не знаю, когда там все будет нормально. Стоп-старт делать мне не надо, говорит он, поэтому... Поэтому смотрите просто, смотрите.
Так, пошел инвайт. Так, поехали. 1-0 Cool T ведет, чуточку FP. Сколько можно премиум активировать? Сколько нужно, столько и можно, как говорится. Опа. Интересный момент. Здесь, смотрите, Култи, что здесь делает рядом. Это, соответственно, будет какой-то, видимо, пуш с применением призмы. Я не знаю, что это будет на самом деле. Бустится варп сейчас. Здесь у нас два адепта идут вперед. Култи что-то тут ездит, разведывает. У Култи тоже есть два адепта, соответственно. Култи вперед иллюзии посылает. Здесь идут адепты сюда. Култи. Култи не заметил. Нужно было к ним телепортнуться сейчас и встретить. Так, встречает Култи адептов оппонента. Ну, здесь гнаться нужно. А иллюзиями за иллюзиями гнаться, естественно. Не стал телепортироваться. А Култи телепортнулся зачем-то назад. Непонятно зачем. Ну, кстати, очень тяжело на это среагировать, поэтому... Поэтому вот так вот. А что это вообще такое за стратегия эта хитрая у Култи? Тут же такое работает, когда нету рампы такой. Или, ну, вот вторая база более открыта. А здесь-то как зайти наверх, я просто не понимаю. Ну, если, правда... Сейчас Lightweight не сделает, ну вот, с энтрей, например, то это может сработать легко. Здесь у нас что-то еще пилончик пошел. Lightweight как будто что-то понимать начинает. Но Культи нужна призма для доварпа, иначе варп будет сверхмедленный, и я даже не вижу, как ему здесь пушить-то. Так, заходит адепт номер один. С энтрия сейчас варпится, но не успевает доварпиться, сейчас филд пойдет. Кстати, что самое интересное, так... Поднимает сейчас имморфла одного Lightweight. Адепт пытается зайти. Зайти непросто наверх. Здесь уже два феникса есть.
Самое интересное, что с одной базой играет White White. Я не знаю, зачем он сейчас спустился, что он пытается здесь доказать, и морклы просто разбивают щи всем и вся. И жаря с интрюкой Шкулти упустил, но что делать, я здесь даже хрен знает. Нужно просто призмой прийти сейчас и перевести наверх все, скорее всего. Тогда будет шанс продавить какой-то. Хотя здесь уже фениксов 3 штуки сейчас будет. Здесь есть 2 пилона, то есть 2 оверчажа. Я думаю, что даже тяжело в лоб будет Култи-то продавить. Блинка нет, ничего нету там у него. Нужно как-то отвлекать оппонента своего. А как отвлекать? Вот сюда можно прийти и призмой лифт устроить. То есть разложиться вот здесь с краю, засаживать не снизу, а сейчас издалека юниты садятся. И просто, ну, вот, дропать наверх сразу же. Так, да, варп еще пошел. Камни Култи заминусовал. Ну а толку? Че он здесь забыл Култи? Делает Твайлайт, собирается блинк добавлять. Не собирается лезть наверх. Ну правильно. Тут наверху и ловить-то нечего. Так, ну что, пошел дроп от Култи. Нужно перевозить все понемножку. Я не знаю, почему Light White не реагирует никак на это. Чем он занят-то сейчас, я просто не пойму. Иммортлы перелетели. Сталкеров еще берет Light White. Здесь пилонов нету, кстати. Пошел Давар Зелков. 10-3 сталкерами можно зайти сейчас реально через мейн. Здесь рампа широкая. Гвардиан Шилл там что-то Вайт-Вайт зачем-то врубил. Сейчас случайно, видимо, это было сделано. Култи подходит, сейчас нужно раскладываться и атаковать. Хотя здесь двумя филдами так и так можно поделить. Култи боится что-то зайти. Так, 4 адептами пожертвовал Дадрия Сентри. Ну что, сейчас контрварп 2 Сентри и все, и адепты эти бесполезно были уничтожены. Хотя, посмотрите, здесь уже 4 гейта у Light White становится. Рабочих больше, лимита больше. И тут, конечно, очень тяжко Култи будет сейчас пробивать. Неужели Култи не видит, что здесь нету сентри ни одной? Иди, да заходи спокойно, сейчас просто убивай и не парься. Сейчас здесь... Я не понимаю, почему Light White своего иммортала не построит, хотя под одного здесь он законтрил бы очень хорошо. Грелка это, конечно, не... неплохо, но здесь нужно сентря еще, да и мортла добавить. Еще адепты пошли от Light White, но решил адепту сейчас подстроить. Ну, не знаю, насколько это верное решение. Адепты идут вперед сейчас. Нужно приводить иллюзии прямо внутрь. Давар под Култи, адепты в сталкеров, в имморталов сейчас ворвались. Грелка подлетает, разогрев есть ли? Да, есть разогрев, не врубает почему-то. Light White, ошибка очень серьезная, это шанс для Култи. Да, и посмотрите, у Култи блин готов, между прочим. Он на блинке сейчас начинает здесь биться. Нужно фокуснуть, я думаю, сейчас было бы Култи. А, он не может просто физически фокуснуть здесь ничего. Мазеркор, я так подумал, но тут он и битву-то проигрывает, что он тут может фокуснуть. Так, пошло интересное здание. Последний шанс Култи пытается использовать. Ну, кстати, оба без экономик. Единственное тут для Култи преимущество. Идет Light White, сейчас можно выбить пилон, можно выбить роба, между прочим. Так, есть 4 сталкера. Нексус Култи запилил. Это все, конечно, очень и очень интересно, но ни одного пилона на рампе нет, как вы видите. Вот здесь вот. Что за ошибки вот такие нелепые от игроков? Вот здесь вот, чтобы на рампу не зайти, должны быть пилоны, как у Light White, а так у Култи... Нет, правда. Ну, Light White улынет сейчас, и это для него как бы такой момент интересный, что он может не продавить просто сейчас оппонента своего. Подошел к рампе. Призма нет, пилонов здесь нет. А вот призма летит сейчас.
Нужно пушить пытаться, потому что если тянуть время, то у Култи и Блинка Нексус, и он сможет сейчас его начать добывать, он просто подваркает сталкеров, больше отобьется, все будет нормально. Ошибка ужасная, что здесь пилон не был выбит. Сейчас просто можно поставить сюда дарков, варпануть одного-двух, и с ними ничего не поделать. Ну вот сейчас обсервера подстроил у нас Лайтвайт, но он полетел в атаку, что интересно. Обсер... Здесь у Лайтвайта сталкеры добавлены. Дарк один есть, он начинает нарезать. Приходит Лайтвайт, нужно ставить оверчаш на пилоны. Дарка здесь уже две штуки, пока опс сюда долетит. Ребят, это столько времени пройдет жестко. Ой, как дарки здесь рубят, как они рубят. И здесь пришел разговаривать с рабочими, которые, говорит, не добывайте минералы, мои минералы никому не отдам. Дарки здесь справляются, 55-37. Култи уже какие-то агрессивные блинки пошли, но это уже перебор. Со стороны Култи один дар здесь остается. Обсервер куда-то... А, Култи фокуснул, что ли, обсервер оппонента? Нет, он не фокусил, но вот сейчас от Лайтвайта опс прилетает. Все, Култи сейчас понимает, что там обсервер... Дарк поднят, нужно фокуснуть сейчас опса оппонента и дарков еще доварпить. Просто, собственно, это было бы грамотным решением со стороны Култи. Но лимит уже равный стал. Посмотрите, здесь Дарк нарезал добычу, перекрыл Лайтвайту. И он может сейчас отдать игру такую. А лимита было 50 на 30 примерно. То есть представьте, разница какая. Сейчас уже нет такой разницы по лимиту. Нужно идти Нексус ликвидировать. Лайтвайт здесь стоит, что-то жить. Там нужно посмотреть, что просто нет пилонов вот около второго Нексуса. И все, и пойти убить спокойно его. И не париться. Здесь пытается Култи Феникса подрезать. Не так-то просто это сделать. У Лайтвайта блинк отсутствует, а у Култи он есть. Поэтому он выигрывает эту битву. Естественно. От блинки хорошие идут. И Култи уже больше лимита. Здесь добыча. Нексус есть. Хоть адепт от добычу там избил. Но с этим все ничего не поделать. Все, Култи выиграл. Лайтвайта. Молодец. Проходит дальше. Лайтвайт бился как лев во второй игре, но не хватило ошибки начальной. Не дали лучше сыграть. Так, мастерок проиграл. Кас против Remember Me. Будет Битскрой, выиграл Лестера. Мината ждет кокоса аутсайда. Изи ждет Култи. Култи против Изи сейчас мы сможем посмотреть. Ну что же. Ну а почему нет?
Ну что, жду инвайта от Култи, у него самая дальняя стадия сейчас. 1-4 уже будет, собственно, против Изи. Других 1-4. Других я не вижу пока так далеко прошедших, так что... Так, а с кем Касс собирается биться, кстати? А, с Remember Me, наверное, Касс собирается биться. Ну, я подожду сейчас... Кстати, Билэйр, вот этот ESC Билэйр стримит. Я не знаю, куда он там стримит. Так что, кому интересно, можете его посмотреть. А, сегодня, кстати, Gfinity еще. Очень интересно, а кто сегодня играет на Gfinity? Так, присоединяюсь к Ulti. И здесь сейчас все начнется, видимо, 2 ГМЛ будут биться, естественно, 2 ГМЛ. Так, что-то изи пока не заходит, не знаю. Ну что, вроде изи зашел. Ждем начала.
Так, ну что, Изи против Култи, наконец-то начинается игра. Ледокол еще работают там над премиумом, над всеми делами. Помните, что тут задержка? Еще там флудит. Три хаты пул билд от Изи сейчас идет. АПМ у Култи. АПМ на 260, у Изи 220. Нексу строится. А, Култи увидел билд. У Култи увидел, что три хаты пул. А он там через гейт не халявит. Ну, Старгейт зато пораньше. Единственное, что Култи нужно, конечно же, дрона бы поймать бы вот этого. Хорошо, Култи пробкой там встал. Изи, конечно, среагировал через мини-вок, пошел туда, но успел второй выстрел сделать адепт. И вот это здание ключевое на данный момент не спалено было. Ключевое, причем для всех. И для Култи, и для Изи тоже. Ну и Култи решил, что мне стесняться, нужно третий Никс, по сути дела, доставить сейчас. У Зерга мух не такой уж ранний здесь. Не доконтролил Култи, сделал телепорт. Изи как будто бы не поверил, что Култи туда собирается телепортироваться. Хорошо подконтролил дронов, заказал спорок. Но спорки в итоге отменяются. Посмотрите, Изи отменил, когда Оракул прилетел. Вот это фейл. Сейчас Изи, представьте, как он думает о чем просто сейчас. Прилетает Оракул, а я, блин, спорки отменяю. У меня только что они были почти готовы. Но это, конечно, просто в мувики такие моменты должны входить. Потому что в какие-нибудь фановые. Потому что это лоу. 38-24 по рабам. Что-то у Изи там все печально. Здесь у нас третий Нексус Култи ставит, уже Изи залетает. Восстанавливает сейчас рабочих лингов. Буквально тут 6 штучек есть, и это маловато, честно говоря. Так, Оракул вперед полетел. Так, забегает сейчас Изи. У Култи пилона в минеральной линии нет, это ошибка. Нужно пробками здесь отбиваться, пробками пытается Култи отбиваться, не так просто. Здесь у нас пилончик есть, линги все еще бегают и бегают здесь. Филд пошел на рампу сейчас со стороны Култи. Можно сентрю, посмотрите, в хоровод какой линги тут запутались. Так, минус 3 сразу же, потому что демеджены были. Здесь у нас на... Нужно линга встретить, а то он совсем озверел. Грызет и грызет, но это же линг, конечно, он озверел.
Фаржа, Акулти поздний. Вот надо на третью выходить. Сначала третий Нексус ставишь, а потом фаржу, как бы, чтобы вот уже фотоночку одну добавлять. И тогда Мазеркуру не придется разрываться, как бы летать туда-сюда. Два, три оракула у Култичек. Это подобная китайской теме какая-то с масс-оракулами. Хотя три оракула это не три Старгейта оракула, как китайцы делают. Здесь Линги на третью забегает. Култи выставляет сейчас уверчаш на пилон. Заказывает фотонку. В итоге пробок отвел немножечко. Вот центри вышли. Центри сейчас помогут пробкам здесь противостоять Лингам. Пытаются пробежать у нас Изи. Точнее, это он убегал просто. Здесь пароход просто, я не знаю, экскаватор проедет. Нужно что-то здесь добавить и гейт вот так вот поставить, чтобы он поближе к пилону был. Три оракула летают. Все, тут контроль от Изи восстановил рабочих. 61-69, но по общему лимиту на 20-ку проседает. Но у Култи Твайлайта нет, блинка нет, у него армия не очень быстрая, не очень мобильная. Вот сейчас только Твайлайт заказан. Здесь фотонок нет, тоже считаю. Ну, хотя здесь пока юниты стоят, можно ничего не делать здесь. Но в перспективе это понадобится точно. Култи не собирается выходить пока. У Изи, посмотрите, что пошло. У него грейды 2-2 сейчас делаются. Ульти вообще 0-0 сейчас у Зерга 1-1. Правда, две фаржи будут работать, но он отстает. И вот ошибочно, конечно, такие важные здания, как фаржи, запиливать на третьем Нексусе. Их надо ставить максимально далеко где-нибудь на мейне, чтобы там и обнаружить тяжелее. И если будет налом, их не убьют, то есть грейды доделываются. Ульти вот на третьей базе ставит. Варп идет адептов сейчас. Адепта сблизи посмотреть. Вот он, адепт такой, интересно выглядит. Есть там изилок. Оракулы все еще летают, харасят. Вижу 7 реведжеров. Я не знаю, зачем сейчас изи реведжеры так срочно понадобились, но я вижу у изи, что хайв почти готов. И сейчас он ультралис кеверн сможет запилить, ну, максимально быстро. Хайв достаточно быстрый, хайв хороший. Нужно делать адреналин лингам обязательно. И ультра кеверн, да, пилить. Пошел ультра кеверн, адреналин сразу же изи заказывает. Молодец. Чтобы выходить в ультралов, обязательно нужно газ на второй базе ставить. На четвертый, просекуй, второй. Второй уже давно и есть. Култи пошел в атаку. Сейчас Изи нужно, чтобы доделались 2-2 грейды. Вот это время 36 секунд этих как-то потянуть. Хотя пока Култи дойдет, эти 36 секунд, скорее всего, пройдут. Добавляет лингов. Изи еще строит королев. Обязательно, обязательно нужно... Вот, хотя нет, 600 газа есть, но это 3 ультрала всего. На ультру нужно много газа. И при этом все нужно помнить, что надо 150-150 сразу по готовности ультра кеверна заказывать грейд. Ведь он очень важен в бою, а не когда он просто есть теоретически, либо в продакшене. Так, вот ультралис кеверн готов. Изи заказывает 3 ультрала. Он боится очень атаки оппонента. И, ну, он правильно боится, но... Так... Без армора ультралы. Хотя нет, здесь они и без армора помогут. Здесь Изи ходят рядом. Култи собирается ворваться. Филды есть чем отменить. Но вот что-то Изи бегает, непонятно. Нужно с двух сторон сейчас налом делать. Линги заходят, реведжеры заходят. Каст пошел по своим лингам. Попал Изи. По юнитам Култи не попал. А уникальный армор все-таки заказывается. Ну правильно, сначала ультрала, потом армор. Все правильно Изи сделал. Тут ничего не скажешь. Так, линга все больше и больше выходит. Кстати, Джифинити, я хотел посмотреть, что там на Джифинити происходит сегодня. Нужно глянуть будет. Давар по адептов идет, плюс давар пси-штормовиков, архонов. Култи собирается добавить, роба 2 работает. Смотрите, ключевые здания. Архивы темпларов, 2 фаржи, 2 роба, все на третье, все на... Острие просто атаки. Приди сюда, зерк, развалят все нахрен. 3-2 грейды делаются у Култи сейчас. С ультралами Изи по центру ходит. Еще 3 ультрала добавляются. Уникальный армор готов. Все, можно уже драться ультралами сейчас. Ну, 10 имморталов, 4 штуки у Култи. Скоро их еще больше будет. Может быть, и дестабилизаторов добавят. Перспектив. Здесь 2 оракула плюс фотонки. Начинают от лингов отбиваться.
Изи делает какие-то опасные сейчас наломы. Теряет очень много. Смотрите, здесь одними зданиями плюс Оракула на пулти даже отобьется. Плюс еще два пилона есть. Нужно их тоже задействовать в обороне. Пулти это и делает, собственно. Пилонов здесь парочку выбито оказалось. Пулти восстанавливает их. Иначе саплай блок 200-200 почти по лимиту. Минус один Оракул. Хороший изи попадает. Очень неплохо. По второму не попал. Пулти выдвигается вперед и гонит оппонента. 3-3 грейды уже делаются, зелки прыгают вперед. Но вот не надо спешить сделать третий армор Процу, так как ему бы спешить бы желательно сделать полей побольше. Потому что здесь микс, которому нужны поля. Здесь и архоны, здесь и адепты, и морклы. А у адептов 80-70 по полям. А раньше как у них было с этим? Им хп-то часто меняли, там грейд с полями был, а потом отменили его. Так, еще касты пошли. Култи попадает прямо на самые касты. 3-6 архонов. Можно шариков слить. 6 штурмовиков, простите. Изи идет сейчас с приростом вперед. Култи разваливается. Лингов законтрить нечем. Ультралы просто все громят сейчас. Так, третий армор. Скоро Изи будет готов. Один эволюшн был уничтожен с третьим когтем. То есть 3-3 мы не увидим от Зерга. Увидим только... Ну, точнее... 7-3. Увидим 6-3 сейчас. 7-2, точнее, мы увидим. Ну, Култи еще и пытается эволюшн сбрить. Вот наглец. Зелки с двумя атаками очень больно бьют. Минус эволюшн. Еще и грейд отменил. Почти готовый. Вот это Култи. Вот это сукин сын, как говорится. Изи там так сейчас говорит, наверное. Грейды отменил. Вообще готовые почти. По КД пошел грейд на поля сейчас у Култи, молодец, что делает. Вот сейчас вот Изи придет, Робу убьет, и все, и не будет у Култи продакшена имморталов. Но он успел 4 построить уже имморталы, это хорошо. Ресурсов много, нужен доварп срочный. Гейтов у Култи, кстати, очень так. Хотя не, бру, немало. Да нет, даже 11 штук гейтов, нормальное количество у нас для такой стадии. Ну не надо вот так вот Култи бегать тремя юнитами по центру и пытаться что-то здесь предпринять. Иначе можно развалиться. Так, товар на вот этот пилон идет без штурмовиков. Они... Он вне рейнджа гейта. Вот сюда нужно варпить, чтобы быстрее это было. Здесь Изи заметил золото, сразу отменяет. Пятую сам запиливает базу. Ульти уже три роба начинают работать. Здесь третья вообще. Я чуть не вижу третьего роба. А вот третья здесь. Короче, по 3 Immortal он строит, микс-то будет жесткий, но Изи выходит брудов. Вот сегодня я также играл с Зергом, законтрил вот эту наземную шушеру, но брудов нечем было законтрить, же ресурсов просто не хватило и проиграл в итоге. Так, множество имморталов здесь. 10 штук у Култи, еще 3 будет. Ё-моё, куда тебе столько перебор уже пошел? Нужно ж микс-то делать какой-то разнообразный. Грейтер Спайр и второй Спайр у Изи. 3-3 грейды делает. Култи делает архончиков. Шторм скоро будет. 200 лимит. У Култи 83 пробки. В принципе, на 5 баз количество адекватное, но... Так, заходит Изи. Култи драться собрался. Что, дерется Култи? Здесь линги просто хотят Нексус отменить. Моментально это делают. Култи даже не нажал отмену. Здесь пошла атака. Зеленка на имморталов. На вайперы в фидбэк пошли. Култи смещается сейчас из-под зеленки. Имморталы проходят. Изи. Нужно идти вперед, пока нету брудов. Култи. Пока вот такой микс. Посмотрите, что за дичь здесь. 13 имморталов. Да они сейчас просто пью-пью такое там сделают Зергу. Не надо только гоняться ни в коем случае за ультрой. Изи сейчас, конечно же, тянуть время будет. Нужно идти уже и не бегать за ними. Но не догонят имморталы при всем желании всех этих ультралов. Так, неплохо кислота падает. Здесь есть и дарки. У Култи заходит через верх сейчас, отгоняя ультралов. И будет вот с этих баз, видимо, начинать уже уничтожение зерговских территорий, так сказать. Изи 8 брудов морфит. Пока Култи ходит... Бруды уйдут, пока тебе ультралы мерещутся, бруды уйдут. Придут, точнее.
Так, насчет премиума, ребят, буду вас в курсе держать. Пошли штормы. Прилетает в руды от Изи. Култи пятую базу минусуют. Хорошо, что с Мазеркором. Вот сейчас есть телепорт просто домой. Фокусить нужно обязательно ультралов, если подходят. Потому что имморталы за залп, мне кажется, 13 будут убивать. Там сколько это? Каждый по 65 просто. Так, отнять, допустим, 7. 58 демонжа. 58 каждый имморталы, если что, наносит по ультралу. Вот. То бишь десятка имморталов, это уже 580. А ультрала арморов 500. То есть уже десятка ваншотит, получается. А здесь их 13 было. Ну, то есть даже в пустоту этот дэмэдж проходил бы. Как вы понимаете, 12 осталось имморталов, плюс архоны. А чем брудовку ты собирается контрить? Ушел назад. Старгитов не вижу встроящих, ничего. Фотонок, кстати, тоже тут мало везде. Так, лингов пути на халяву оппонента поймал. Чисто до варпом собирается контрить, чуть не понимаю. Здесь хотят сталкеров бы сейчас культи. Хотя сталкера тоже до определенного количества. Будет брудов не 8, а больше. Сталкеры тоже могут не спасти. Это абсолютно очевидный момент. Так, Изи не успел тут отменить хату свою дальнюю. Бруды летят вперед, караптеры есть, ультралы есть. Култи что-то бегает по карте взад-вперед. Сейчас тут Нексус начнет терять в итоге. Плюс один на воздуху, Култи пошел. Ну, Старгейт-то один, нужно заказать Старгейт, то значит больше. Здесь Даварф идет из призмы. Зелки с ультралом вообще очень долго справляются, но все-таки справились. Сейчас Култи еще может и Спайри Грейт отменить. Изи приходит, начинает выбивать здесь все. Ну, Култи вот таким миксом, представьте, насколько быстро здесь будет падать здание просто у Зерга. Култи Eliminate может пойти. И это прямо рифма какая-то. Култи заходит к самой новому сейчас хате. Ну, вот здесь-то нужно тоже забирать имморталами все. В Спайре, по-моему, 1-1 грейды доделались. Так, ну вы видите, что зданиями сейчас, со зданиями сейчас творится. Култи просто разваливает кабину всему-всему. Отступает сейчас, нужно как-то... Да можно дальше зайти, чтобы попытаться подбрить и телепорт потом сделать. Но Кузи почему-то уходит пешочком. Есть вайперы, они могли бы там под... Так, старгейты у Култи добавлены. Вот на рампе они, я, кстати, этого момента не заметил даже, как они добавлялись. В какой-то момент, когда я смотрел, их еще не было. Так. 12 мортлов, архонов. 6 штук здесь присутствуют. Есть несколько сталкеров. Но нет даварпа. Култи тянет время, чтобы зерк за ним побегал. Ну а представьте, вайперы сейчас притянут Мазершип Кор. И все, это не уйдет никуда. Мазеркор ТП-шку домой, а пацанов-то кинул. Чего, блин? Посмотрите, имморталы, что они сделают с брудами? Ничего сделать не могут. Грилок нужно сюда подводить-то, а Култи... Идет, убивает брудлингов, ну и что сейчас, минус вся армия, что ли? Ультралы идут пока атаковать Култи, потому что понимает Изи, что Култи не может никак сейчас отбиться, у него все вот здесь ходит. Не надо агриться на аверов, нужно идти куда-то, где можно убить что-то. И Култи идет вниз, вот сейчас вайперов можно сбрить, Изи просто было... Изи-изи. Грелки что-то стоят. Вот что грелки-то стоят? Нужно выбивать это все идти. 10 минус Dark Shrine. Можно было, например, кстати, сейчас оверов покуснуть Култи и дарков подваркать. Уверсиров покуснуть с разогревом. Просто, ну, Култи так чисто грелками отбивается. Грелки, кстати, неплохо жарит ультралов, даже учитывая их броню. 11 плюс 6 на разогреве, 17 демеджа по. Ну, с разогревом, конечно, они могут убивать грелки. Телепорт домой надо делать. Ульти и делает телепорт, собственно. 88-197. Здесь очевидно, что Изи проиграл. Дарки, тем более, здесь добиваются. В итоге у Ульти полные троечки грейды. Это очень хорошие грейды, естественно. Здесь Изи на халяву рабочих что-то пробревает. Ульти поймал трех королев, минуснул. Нужно и ультралов идти выгонять отсюда, что Култи едет. Да и нужно идти убивать уже. Тут флотилия такая просто дичайшая.
плюс архонов культи еще добавляет больше. С такой микс вообще просто невозможно зергу убить тем, тем, что есть сейчас с такими грейдами культи. Культи еще база нужна, новая есть. Все, изи без хат вообще остался. 87-155 по боевому лимиту. Грелки все летят сюда. И новые в том числе. Ну и культи идет уже добивать. Груды подлетают сейчас. Так, пошел разогрев. Накидана зеленка. Вайперами культи сплита нету. Фактически зеленка всех грелок убивает практически. Которые снизу были. Но выживает несколько штук. Да их много даже выживает. И грудов минусуют грелки, естественно. А наземное войско уходит просто. ГГшечка. 1-0 культи. Так, захожу к культи сейчас. Проверяю, что у нас с сеткой за ситуация. Четверть финалиста полностью известна. Dark Noobчик против Cast Remember Me 2-1. Кстати, выиграл Dark Noobчик Cast, вот это Strange Spell Singer сверху. Кокос Мината, Изи Культи. Мы смотрим. Остальные сейчас начнут, наверное, играть тоже. Так, ну G-Infinity, кстати, такой не слабенький тоже составчик. Я думаю, что можно его изи постримить будет потом. Так, нужно что-то... Я не знаю, почему там что-то мы как... Я думаю, что рассмотрю этот момент. Ждем, пока зайдут все сюда. Сейчас я отойду на секунду.
Так, ну что говорят, премиум заработал, Паша говорит, отлично. Переходите на премиум. Вторая игра, Култи против Изи. Спасибо Ледокулу, еще отписываю. Так, ребят, я отходил, проверял, что там по еде, потому что я нацелен постримить и Gfinity сегодня в том числе. Вот, а оно скоро начнется, мне нужно будет паузу сделать, перекусить. Через 23 минуты оно уже начинается. Вот, но я думаю, мы туда успеем. И будет в любом случае интересно. Так, сейчас чуть их по... Так, как? Так, что тут людей всех согрел. Должно работать, Ледоколыч отписался, что... Работаем. Короче. Адептами вперед, куцы пытаются выйти. Посмотрите, сейчас лингов можно пропустить, просто отменяй же ты. Куцы за адептами вообще не следит, у меня такое ощущение иногда возникает. Вот что он сейчас сделал? А если бы зерк забежал? До заказ гейтов пошел. Есть роба, можно выходить либо в Immortal Push, либо в... Либо в пуш с призмы плюс адепт с грейдом на скорость атаки. Здесь адептами Култи харасит очень неплохо. Нужно развернуться с лингами, принять бой. Хорошо Култи здесь просто напрягает оппонент своего. Посмотрите, как рабочий заминусовал. Сколько уже? Не знаю, один юнит пока потерян на 12. Но здесь линги поймали в итоге. Нужно драться, но два адепта могли бы разобрать сразу бы, если бы только Култи начал драться. 9 дронов уничтожено. По рабам Култи впереди. Писал про реалтайм, не знаю. Правда ли? Нет, 5 гейтов еще от Култи. Здесь 2 пилона на рампе. Как раз и оборона будет. Призма летит вперед. Да, варп в центре и дома идет плюс 1 адепт. Там Изи Роучи начал штамповать. Ну вот Роучи сейчас будет много. 7 есть, плюс 2, 9 уже сейчас будет. То есть нужно до варпа обязательно сталкеров здесь делать. А газа что у Култи с газом? 3 газа добываются, а не 4, то есть может на сталкеров-то не хватить. Хотя варп очень сильно идет сейчас. Видят Култи тут, что Изи рядом бегает, заходит наверх. Ну, кстати, Изи не так уж много. Посмотрите, у него 3 реведжера, 5 роуч. Филд на рампу пошел, филд хороший, нужно реведжерами подойти, сбрить этот филд сейчас, естественно. Иначе прирост не может спуститься. Я не понимаю, почему Изи этого не делает до сих пор. Тут реведжеров пошел морф. Култи просто рампу блочит и блочит. Посмотрите, пришел. Пуш сильный получается. Этот один каст реведжера попал на сентрю. Вот она.
чуток там демеджа, ну как чуток, 60 демеджа нанес. Да, он 60, и наносит ровно 60. Здесь нужны филды, иначе как бы будет сгрызан эссентрист Валкиракси. Еще один кат пошел. Куда, кстати, он пошел, не заметил я. Здесь Давар пойдет, и Изи призму сейчас зафокусил. Култи призму вообще не контролил сейчас. Пошли еще касты от реведжеров мимо. Култи пытается убить. Реведжера одного сбрил, потом второго не сбрил. Минус филд. Здесь нужно хоть королев пофокусить, я не знаю, напоследок. Култи, фокуснишь ты королеву? Да, фокуснул последнюю. Изи отбивается, но на 10 рабочих проседает сейчас. Култи начинает строить имморталов. Ну, можно и нужно пилон здесь, конечно же, выбивать. В Mortal Push теперь переходить как-то тяжело будет, мне кажется. Здесь у нас линги пилона сбривает, культи даже отменить не успевает. Сейчас первый Immortal будет готов, плюс призма еще строится. Но Култи рассчитывает на то, что Церковь экономику не успеет сейчас отстроить. И, ладно, вполне возможно, что и не успеет Изи отстроить. А адепты минуснут сейчас, скорее всего, реведжеров этих. Да, посмотрите. Прям в реведжеров телепорт пошел. Один минус, второго тоже сейчас заберет Култи, скорее всего. Идет с Immortal вперед, Давар пока дома не вижу. Заходит минус реведжер, но линги... Линги, конечно, здесь есть, но а что они против стольких адептов делают? Абсолютно ничего не могут сделать. Адепты моментально их забирают. Минус чейнджик, добавляются еще адепты, идут вперед. Здесь, да, варп идет рядом с Некусом, кстати, и юниты быстро варпятся. Что самое интересное, не понимаю я принципа вот этих варп-пилонов, надо почитать по нему, про варп-пилоны. Так, ну что, линга реведжера здесь. Ну что, тут что-то пришел Култи и развалил всех лингов, все развалил, от реведжеров увернулся. Изи просто не может сдержать, по-моему, эту атаку. Вот сейчас прямо по касту прошелся. Один адепт минус, один еле живой. Больше кастов не попадает, Изи. Теряет реведжеров, два только остается. Сейчас вот касты новые пошли. По адептам больно бьет сейчас. Линги выходят, но здесь слишком много адептов. Тут такой микс плотненький получается. Постоянно кастами попадает, а? Давар, еще адептов идет на призму. Она сюда уже прилетела. Мазеркор хоть и теряется, но уже там это никакого значения не имеет. Призма чудом выживает, потому что два реведжера было бы их просто 3 или 4. Минус призма была. Вот сейчас от очередного каста Култи увернулся. На 20 лимитов в плюсе, да еще и третий Никсус готов, у него же самое интересное. Телепорт на мейн не делает, Давар в сталкеров пошел. Здесь все сначала забрать хочет на третьей базе, и потом уже драться продолжать. Будет ли врыв наверх? Да, врыв наверх пошел. Хорошие касты от Изи. Позицию держит на рампе, не дает Култи зайти, но по своим лингам зато попал. Так, чуток ФП. От Култи. Вот битва идет. Изи пытается спуститься. Он понимает, что ловить с двух баз нечего. Нужно выходить сейчас. Мимо, правда, попадает кастами реведжеров. Култи правильно делает, что их укусит, потому что они очень сильно напрягают его своими кастами. Здесь вперед лучше не выбила. Опять попал. Что ж такое? Изи снайпер. Реведж снайпер просто какой-то постоянно попадает. Врубается армор Иммортала, по-моему, автоматически он врубался, этот армор. И тем не менее, Култи здесь забревает Изи, даже тем, что осталось. Королевы падают, роучи падают, линги падают, остались адепты сталкера. Нужно, я не знаю, нужно ли Култи, правда, лезть дальше, ему бы доварп сделать, да выйти вперед. И здесь Изи видит, что третий Никс уже добывается. Я думаю, что ГГ сейчас напишет очень скоро. Да, так и есть.
Ну что, ищем другую какую-нибудь пару, где можно посмотреть. Стрэндж в полуфинале ждет Касс. Даркнупчик у нас полуфиналов. Так, Кулси будет биться с победителем Кокос Мината. Стрэндж будет биться с победителем Кас Даркнупчик. Я не знаю, куда врываться, правда, даже. Короче, сейчас надо перекусить, да, быстро, пока пауза есть, потому что там Gfinity, там опять кипиш начнется. Я увижу сейчас, если игры будут. Ребят, секунду. Пользователь Xblock активировал премиум на ваш канал. Пользователь активировал премиум на ваш канал.
Так, ребят, я здесь. Смотрим стрим. Олух Полгорыч тут премиума начинает разыгрывать. Участвуйте в конкурсе. Хитрые вопросы. Так, спасибо всем за премиум. Фига там набомбило премиумов. 6 штук уже за сегодня, опять же. Всем спасибо. Бьем все рекорды в этом месяце. Здесь у нас мув у Мината. Если кто шарит, какой счет, можете мне написать. Кто у нас вообще в игре есть? В этой-то. Ладно, не буду спрашивать, какой счет. Не суть вопроса. Продолжаем смотреть. Здесь у нас минусуются камни. Выходит сталкер. Кокос бьется с Мината, напомню. Второй Нексус раскачивает. Здесь у нас третья хата у Мината пошла. Мув почти готов. По экономике. Минат не лучшая, конечно, экономика, но он надежно играл через мув. Вот, но я думаю, он успеет нагнать сейчас, естественно. Так что ничего страшного. Чуточку FP от Протоса. Пока начало. Пользователь Винчестер активировал премиум на ваш канал. Винчестер пошел, еще один. Разработка завершена. Телепортация завершена. Слушай, Фулгорыч, я хз. Что-то, если пассивное, это плохо, конечно. Надо расшевелить как-то. Ну, сегодня и народа меньше, в принципе, и вообще что-то как-то, да, и я пассивнее. Ну что, выжидательный такой момент перед Дримхаком. Завтра от меня, наверное, днем просто ФП будет, вечером я буду занят часов с 6, наверное, где-то. То есть днем постримлю, а потом уйду. Вот, и в четверг уже будет конкретная у нас битва. Здесь у нас две королевы на дальней базе. Что они делают? Так, одна крипту стоит, одна для инъекции, естественно. Хорошо, Минат, посмотрите. Криптумором и вторую мейн заполоняет сейчас. Здесь вот тоже не мешает криптумор один поставить. Вот. Все в итоге соединено. Все в крипе идеально. Фениксы прилетели на харасили немножечко, но они мало рабочих убили.
Для зерга это не страшно, у него больше 54-52 по рабам. Сейчас нужно еще дозаказывать. Крипту мэры вперед идут от Мината. Фениксы этому никак помешать не могут. Вот отсюда с хайграунда не мешало тоже в эту сторону направлять, конечно. Вот. Так, лишь пытается королеву забрать здесь у нас Мината. Королеву Мината пытается кокос забрать, я имею в виду, а не Мината пытается забрать королеву. Мината. Не нужно ее забирать, ему нужно, чтобы она жила. 1-1 милишные грейды пошли. У кокоса через две фаржи, кстати, стили. Интересно, посмотрите, сейчас фотонок нету нигде, есть зато пилоны. В принципе, да, фотонки сейчас это... лишняя трата времени, если у тебя очень хороший контроль, и ты везде все успеваешь, но... Как-то так. Привет, Аранда. В курсе про реал-тайм, что не работает он. Премиум вроде работает, и то, слава богу. Вот, это почти одно и то же реал-тайм просто. Там задержка меньше немножечко. Вот, ну, об этом в курсе все. Чинят там, делают... Так, фениксы летают. Ну, уже особо тут пятером ничего не сделаешь. Кстати, похоже на олдскульный опенинг. Когда-то это было вообще стратегией постоянной, стандартной абсолютно корейской. 5 фениксов, всю игру харас, потом во что-то переход. Ну, здесь уже все, харас не будет, уж гидры слишком много. У Мината 1-1 грейды сейчас. Ну, кстати, Мината грамотно здесь действует. Тут единственное, вот тогда, когда такую тему играешь... Три бы эволюшена еще. Вот линга гидра люра, там линга роучи люра, там я не знаю, что-то такое. Вот. Это перспективные миксы. Главное, чтобы линги были апгрейжены. 2-2 грейды пошли. Ну или люру на обороне использовать хотя бы. Но желательно, чтобы у них была атака тоже, потому что дэмэдж люре очень важен. Так, здесь у нас что? Здесь у нас выход во второй робо идет иммортлов, больше сейчас будет и больше. Мината морфит люру, четвертую хату занял. Здесь крипом почти до четвертой базы оппонента добрался. С этой стороны крипа вообще нифига нет, только-только вот начинает распространять. Инъекции идут, нужно спорки сейчас ставить тоже. Пытаться. Так, еще люра пошла. Загружает Мината люру и полетел куда-то. Дропаться полетел. Да, и, кстати, на каждую базу. Сюда два, сюда два, сюда два, например. Можно сейчас запилить, и было бы сильно бы. Еще три люры дома морфится. 2-2 делает, кстати, гря кокос. Одновременно с Мината, причем у него быстрее они делаются, эти грейды, естественно, так как у него буст. Вот, посмотрите, секунды нагоняет. Вот сейчас отстают грейды 76, а сейчас уже нагонять будет и перегонит, естественно, кокос. Густами нужно пользоваться, это абсолютно естественный процесс. Здесь три овера пустых залетают, Мината их отдает зачем-то. Три полных улетают, нужно сныкаться. Фениксы пытаются обнаружить. Обнаружены оверы. Неприятность у люры сейчас. Здесь у нас зелки с призмы, видимо, прилетели, но призма была, судя по всему, уничтожена. Дропает Мината люру, 4 штучки нужно закопать. Есть или вижен? Нет, вижена нету. Фениксами одного здесь затрепал. В итоге поднял беднягу. Нужно закопаться. Мината увидел, закопался. Хорош люр такой. Ну вас нафиг, спрятался. Так, уходит. Гидра пришла сейчас от Мината. Нужно прикрывать люра. Минус феникс. Ну люр погиб, ничего страшного. Так, 2-2 в 2-2 сейчас будет. Хайф у Мината, ультрал пока нет, но скоро будет. 72-75 по рабам очень близко.
Так, ну что? На патруле Феникса у нас здесь. Ну что, 200 лимита сейчас, обратите внимание кокоса. Минато делает налом на 2-2 грейдах, если адреналин... Нет, адреналина нет, ошибка. Нужно адреналин делать, но... Так, касс со Стрэнджем, там вторая игра, уже вторая. Ну что, будем-то эту часть сетки стримить, естественно. Касс со Стрэнджем играют первый полуфинал. Я не стал никого задерживать, потому что также у нас там Gfinity скоро будет, а я его хочу постримить. Так, кокос здесь начинает напрягать все шарами своими, они же дестабилизаторы. Шаров много, действительно, но микс такой жиденький, то есть одна ошибка и минус шары... Минус все будет. Ну, четко, кстати, смотрю, кокос попадает сейчас. Видит все. Так, здесь еще два каста, минус еще один люр. Идет налом с ультралами. А ультралов убить нечего. Смотрите, телепортнул какую часть небольшую. Остальные все отдаются. Зелки ценой своей жизни сталкеров спасают. Кокос отблинкивается, уходит хотя бы сталкерами. Но криво в итоге контролят. Они непонятно куда вообще бегут. Нужно хайграунд блинкануться, куда-нибудь нужно блинкануться. Два роба есть, имморталы заказаны, бустов в роба я не вижу поставленных, поэтому могут они не успеть доделаться просто. У Мината 3-3, сейчас грейды будут готовы, адреналин так и не заказал, ошибка. Так, отходит Минато сейчас. Ой, сколько дарков здесь на мейне. Просто, а что они здесь делали-то? Здесь как в компании Dark Shrine, что ли, у кокоса, через который все воскрешается? Так, пятый Нексус кокос занял сейчас. 200 в 200, все еще ситуация. 3-3 грейды, поля делает кокос, молодец. Один буст нужно уже снять. Поставить, например, вот сюда, вот где плюс один делается в кибернеточке. Здесь у нас дарки неплохо пытались напрягать. Неплохо они пытались, но в итоге не понапрягали. Причем, судя по всему, кокос просто на муви сюда взял и пришел. И очень большие проблемы для Мината здесь создал. Дальняя база сейчас погибнет, вот это при этом все. Так, грудлинги вылезают. Грудлинги даркам не соперники, конечно. Как и линги, если их не дико много. Так, спорку добил в итоге кокос хотя бы. Ну, Минато отбивается, хату нужно восстановить, а то здесь лингов до заказано много. Ну, и сейчас они освободили пространство, можно хатку заказать. Смотрите, здесь золото именно стоит, пятая тоже база добываться начала. Лимит опасный такой. У Минато сейчас 14 ультралов,
79 линк, 4 гидрала, 3 вайпера. Но вот как мне кажется, без брудов, без каких-нибудь, я не знаю... какой-нибудь люру, я не знаю, потому что иначе имморталы слишком жестко будет решать. Но вот Минато идет вперед, хотя когда зеленка есть, тогда может все измениться. Врываются каста шариков. Ой, как сколько дэмэджа. Ультре много дэмэджа нанес кокос у нас, но не настолько, чтобы остановить ее. Она продолжает все сейчас ломать. Но вот сейчас, кстати, позиция у Протоса великолепная за своими зданиями. Минато ошибочно туда ломится. Посмотрите, какие потери он несет. Ультралы падают и падают, даже несмотря на то, что шариков не осталось. Минато теряет все. Только сейчас он отступает. Ну как же долго он пытался туда проломиться. А здесь вон у Протоса, посмотрите, какое хозяйство. Тут всего-всего много. Кстати, кокос неплохо, смотрю, все делает. Так, минус ультрал. Так, линги забегают. Опять Минато пытается разводить. Минато, по-моему, сюда ломится, потому что думает, что это Нексус единственное. Здесь, посмотрите, вообще дичь какая-то. Здесь везде все есть у Протоса. Мы вообще немерено ресурсов, но... Зерк сейчас может, кстати, добычу выбить. Точнее, не добычу, а продакшн оппонент своему выбить, и тогда будет тяжело, на самом деле, кокосу. Хотя, как он выбит-то здесь? Саплай блока нет, у него пилонов настроено с перебором, гейты тоже не здесь все. Вот часть большая здесь находится, тем более там зелки стоят уже, ждут, всех принимать будут, если кто туда забежит. Ну и линги домой, Минато возвращает 110 на 100. 82, не знаю, кто здесь в этой серии ведет, не ведет. Тарков сюда кокос послал, у него 200 лимита почти у кокоса. Я, правда, не знаю. А вот здесь имморталов уже накопилось 4, плюс еще 2 строится. 6 скоро будет. Имморталов вообще дико много, как у Култи в той игре с Изи, вы помните, было. Сейчас скоро станет. Здесь дарки под прикрытием других юнитов все убивает, но вместо того, чтобы драться с брудлингами... Ой, брудлинги двух дарков скрызли, посмотрите. И даже почти 3, 1 хп остался у дарка. Это жестко. Приходит Минато здесь... Здесь новенькие базы у кокоса. Линги прибегают. Вот Минато наконец-то увидел, что здесь происходит. Телепорт кокос сделал сюда. Нужно развернуться, что-то где-то подраться, как-то попытаться, наверное, я не знаю, Минато. Либо уйти отсюда, вот эти юниты вообще уже деться никуда не могут. Здесь щедлинги стоят, мешают ходить. Вот здесь, смотрите, сколько. Нужно тоже вывести сейчас и просто драться всеми юнитами. Вот и все. Так, здесь линги наламываются, минус линги, архоны выдерживают. Ультралы, правда, кого-то не того бьют. ГГ, пишет Минато, и сверху тоже развалили его. Не знаю, будет ли еще игра. Ждем сейчас.
Так. Ну, не знаю, адреналин там навряд ли бы спас, но всякое могло бы быть. Второй полуфинал у нас, кстати, я не знаю, его никто не стримил, видимо. Strange Chaos. Так, поехали, все готовы. Пользователь Наместник активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Фулгорыч, за розыгрыш, ребят. Приходите, отвечайте на вопросы. Как я понимаю, вот такой вот у нас счет сейчас. А может... Так. 1-1 счет. Сумеречная башня. Карта у нас. С халявной Нексусом внутри. Так, всем привет, премиум на реал-тайме проблема. Слава Делама. Я не знаю, напишите, премиум работает, реал-тайм нет, как бы, да? Ставьте-то премиум, потом реал-тайм пофиксит, я не знаю, что там за хрень, но до завтра просто там все в курсе, вроде ледоков в курсе был. Не знаю, сколько там это происходить еще будет.
Плюс 2 гейта добавляет Кокос. Старгейт строится на мейне. Здесь у нас третья хата. Кастрэндж счет 1-1. Если есть там кто-то стримит, скиньте ссылку. Или я не знаю, откуда там инфа это. Так-то вроде все в этой игре, остальные находятся. Кокос принимает овера. Минат пытался забегать. Нет смысла сюда забегать никакого. Так, спорок. Раз, два, три. Два эволюшена. Опять, судя по всему, милишный стиль от Мината. Любит он очень вот этот милишный стиль. Об этом все знают. И что кто-то упырь тоже об этом все знают. Как бот говорит. Реалтайм может все перестал существовать. Сейчас я, кстати, выясню это. Судя по всему, да, реалтайм перестал существовать. Может быть, из-за этого и проблемы какие-то. Два дрончика минус. Здесь 4 дрончика минус. Опять с фениксами Кокос играет. Только армор Мината заказал. Так, второго. Ни когтя, ни ренжового ничего не заказано. Нужно сейчас заметить это. Мината. Прости, Мината, не Кокос, конечно, заказал. Если я сказал Кокос, то это ошибка. Ну а Кокос третий Нексус раскачивает, стоит там, его охраняет, делает грелку одну на всякий случай. Здесь Феникс или можно королеву было бы забрать, но энергии, судя по всему, не было на подъем. Ну что, пока все пассивно, Мината отходит назад, здесь имморталы строятся. Грейд на скорость атаки, адептом идет. Две фаржи добавляет Кокос, то есть он вообще сейчас без единой фаржи бился. Салата ошибка многих, и я сегодня играл, тоже такие ошибки совершал, что стенка не делается здесь. Стенка решать может. Контратаки зерга не будут так работать. Прилетел сейчас Кокос, видит, что у Мината гидра. Милишные игры пошли. Посмотрите, коготь заказал только армор. Первый доделался, конечно же, косяк. Но ничего страшного, зато уже хайф почти готов. И скоро ультралы попрут. Вовсю. А, ему с беллингом. Вот это уже интересно вообще. Стиль гидра, линги, беллинги. Плюс, видимо, переход в ультралов. Так, здесь еще овера обнаружил какого-то. Старого доброго овера сныканного. Протосом у нас, зергом, простите. Протос сейчас убил. Так, запись вчерашнего НФП, кстати, сейчас я... Месторождение минералов.
плюсуйте запись, я вот ее скинул, чтобы она на главную вылезла, чтобы все увидели, ребят, потому что... Так, адептов прилетает Минато. Кокос забирает, простите, королеву забрал. Минато пытался лингами отбиться, не отбился. Два ультрала, вижу, заказано. Ультрали с Кеверни, вот только-только армор заказан, пошел. 2-1 грейд доделают, здесь коготь впервые, естественно, будет первый грейд быстрее второго делается. Вот, с вас 10 плюсиков там. 10 летает Феникс, и Харас идет. Опять Харас с адептами. Ну, адепты со скоростью неплохо харасят. Начался продакшн дестабилизаторов. 2-2 заказывает у нас кокос, но одну фаржу чуть не бустит. Ошибка, посмотрите, бусты. Так, а куда? Так, ну робо фаржа, бустов 4, робо бэй бустится. Ну да, один робо бэй, вот этот буст нафиг не нужен на нексусе, его нужно ставить, конечно же, на грейд переставлять. 4 нексуса уже у кокоса, у Минато 200, но он пока вперед пойти не может спокойно. Здесь, смотрите, как адепты прилетели, рабочих наубивали, прыг в призму и улетают сейчас. Куда улетают? На мейн или куда? Минато собирается, видимо, атаковать сейчас. Насколько я понимаю, ультралы лингобеллингами. Здесь ультралы по спине зелков как провожают серьезно. Минус зелки все. Даже ни одного линга не убили, бедняги. Так, забегает Минато, 170 просто, 200 зерга. Ультралы есть, есть и линга беллинги, есть гидра. Мимо всеми шарами, что ж ты делаешь, кокос, кокос. Мимо всего, промазал сейчас, понервничал, пустил в беллинга, потерял в итоге все. Минато разваливает четвертый нексус, третий. Ну, на мейн навряд ли сможет зайти, но этого достаточно для победы уже, потому что Процу не оправится от этого удара, будет это абсолютно очевидный момент, у него саплай блок еще сейчас будет, так вот, часть сталкеров мисс блинканулась, ну, попробую ультралов с новым уникальным армором забери, да, саплай блок получает кокос в итоге, Минато все разбирает, ну, нужно спускаться, пытаться восстанавливать базу, но я думаю, что уже это бесполезно, просто движения будут абсолютно. Второй спайер от Минато пошел для грейдов, хочет переходить в брудов сейчас, плюсом к ультралам, это, конечно, верно, я думаю, что он мог бы и так бы дожать, скорее всего, оппонента своего. Так, там, наверное, уже на Gfinity началась какая-нибудь движуха, вот, не уверен я, началась ли. Култи там участие принимает, но ему надо еще у нас будет полуфинал отыграть. Здесь, на этом турнире. Дарк и зелок здесь вот дропается от кокоса. Дарк работает побыстрее, чем зелок. Вдвоем они команда. Зелок на королеву тут напал очень так серьезно, это будет, возможно, даже минус королева. Нет, линги окружили, прикрыли королеву. Ну что, восстановление треть нексуса понемножечку идет. Здесь версирку пытается ворваться. Ему тяжело будет это сделать. 3-3 грейды делаются. Опять же, бусты куда-то непонятно куда ставятся. Вот у кокоса только дальняя база. Тут чуть минеральцев остается. Здесь вообще уже кончится через несколько секунд все. Ну, хоть это установил, начинается добыча. 37 пробок всего, это очень мало, естественно. Так, здесь призма летает, кокос. Все, призма минус, да и дарк будет минус тоже. По врейндж спорки попал, королева справилась с таким дэмэджным дарком. Здесь линги прибежали, конечно же, отдались.
Зачем вообще сюда Минат полез своими лингами? Очень много сейчас их отдал. Но ему не жалко, у него очень много ресурсов. Это отдача лимита, бруды нужны. Ну, можно уже вперед выходить поближе, брутов было морфить, да добивать, соответственно, оппонента. Так, ну что, 150 кокоса, Мината больше по лимиту. Кокос пытается выйти вперед. Куда-то там шарик стреляет, даже не понял я, попал ли он куда-либо или нет. Кстати, иммортлы выдержали, Берингов напор за счет того, что врубили свой армор. Но слишком много брудов, они создают слишком много брудлингов, дали возможность ультралам пожить в ядре. И все-таки Мината все минуснул. Сейчас с Кулси он будет биться, Мината в итоге за квоту. На турнир, на наши матч за третий еще там будет. Короче, от реалтайма будут отказываться понемногу, ледокол так сказал. Так что так. Так, орбитальная верфь, первая карта, создаю, поехали. Так, уже там уже все, захожу, короче, туда, Кулси, все нормально.
Ричи Рич. Ну, когда-нибудь дадут, по ходу дела. Так, привет, Вориан. Уже поздно, задержка полторы минуты стоит у меня, но ты на канал зайди, я тебя заинвайчу там. Биверлига. Поехали, наконец-таки игра началась. Отвлекся на секунду, буквально ждал. Стрэндж выиграл касса, между прочим. 2-1 и пробивается в финальную часть нашего турнира. Ну что ж, молодец, Стрэндж. Отличные новости. Здесь у нас вовсю уже все строится. У Мината мув заказан. Две хаты, через быстрый мув играть третью пока не ставит. Ну, пробка култи должна уйти сейчас. Стрэнджа поздравляю с проходом далее. Ну, придется, наверное, матч за третью. Кассу мы сегодня не видели. Матч за третье можно будет постримить, в принципе.
На G-Finity там ни хрена не понятно, что и как. Адепт готов у культи. Стоит. Проходим. Азеркор готов. И Старгейт у него еще. Минато не залетает, не проверяет оверами пока что происходит. Ну, Старгейт лучше бы спалить ему побыстрее, а то слишком оракулы могут наубивать. Ну что, королев зато у Минато 4 штуки, через 4 королева он играть любит, Минато, крипа пораньше побольше, даже с протасами распространять, ну, кстати, решение правильное, хорошее. Плюс 2 гейта, здесь у нас летит вперед, соответственно, оракул, прямо через овера, второй строится, Минато спорки заказал, уже почти готовы они, несмотря на то, что, это просто тайминговые спорки у него, от него, несмотря на то, что он не видел, что происходит. И на третий тоже спорка пошла. Короче, оракулы здесь уже недейственны будут. Пытается Култи хоть что-то где-то подрезать. Ну, два дрончика подрезал на мейне на газу. Два дрончика. Это не критично далеко, вот поэтому. Так, две фаржи. Просто третий ник собирается, судя по всему, пулти переходить. Через очень какой-то надежный прямо билд. Адептов много, лингов отгоняет. Так, а я знаю, кто на DreamHack единственный из СНГ занимал первое место. Премиум. Это был бредок, как пан в Америке написали. И это было в первом StarCraft еще, что во втором никто первое место не занимал, только Димага вторые занимал места. Так, ну Култи Оракулом тут подхарасил неплохо, по лимиту впереди, по рабам впереди, по грейдам тоже будет впереди за счет бустов сейчас Култи, это точно. Тут лингов гоняет, оракулы разных бьют, не фокусят и... Так, здесь у нас фотоночка, второй робо пораньше ставит, сейчас интересное решение, почему-то бусты куда-то непонятно сейчас направлено. Так, в Твайлайте ничего не делается, 2-2 грейды заказаны, а где третий-то буст, на чем третий-то буст, на робо третий буст, значит робо нужно не бустить.
Пользователь Зайкфрид активировал премиум на ваш канал. Спасибо, ребят. Всем реведжеры у Мината 6 штук. Гидра Роучи Линги плюс реведжеры. Линги 1-1 у Култи тоже 1-1 сейчас. Лимиты очень близкие. Боевого больше, конечно же, у Мината. Реведжеры полетели вперед. Каст на филды, кстати, смотрите. Мината филды знает, что надо убивать. Ну что же, правильное решение. Давар Зелков идет. Чаша Култи еще пока не готов. По сентрям прилетает очень смачно сейчас. Опасная атака идет. Нужно отойти немножечко Култи под свои здания, иначе будет беда. Он сейчас об сервера еще сбрило. Оверчажи выставлены 3 штуки. Сейчас еще плюс Иммортал выйдет. Плюс обсервер. Давар Зелков где-то сзади там пошел. Чарж не готов, но скоро будет готов. Реведжеры прессуют, сейчас пилоны будут выбиты, и потом Талинги уже вступят в бой. Еще один на пилон накидываются сейчас касты реведжеровские сейчас Мината. Ну, Култи, я думаю, обязан он здесь отбиваться. Посмотрите, у него много зелков уже достаточно. Чарж готов, скоро будет и атака готова, но бустится в счет армор. А, Култи там разные грейды подбущивает немножечко. Как же важна сейчас эта атака, черт побери, Култи, что-то там бустишь, из зелки лингов бы разрывались, плюс 2 бы. Ну и так, по-моему, Култи отбивается, у него 5 иммортлов, плюс есть и зелки. Опять обсервера накрывает каким-то халявным образом совершенно. Эти касты на муви он отходит сейчас. Мината лимита больше становится, Култи пилонов подстроил, на 2 оверчажа есть, скоро на 3 энергия подкуп. Сейчас еще 2 иммортла выйдут, обратите внимание. Оверчаж на пилон ставит Култи. Ну, не спешит ставить второй, правильно, потому что не ломится Мината до конца. Вот сейчас только он пошел вперед. И мортлы в итоге попадают в гидру, разваливаются. Сейчас как же они неэффективно дерутся. Култи, но увидишь ты отсюда этих ценнейших юнитов. Култи, так, 2 только спаслись. И мортл в итоге. Оверчаж еще один есть. Култи выставляет. Култи пытается отбиться, отобьется. Нет, судя по всему, все-таки до варпа не хватило. Сейчас прироста немножечко. Продолжается давление от Минат, все вперед бежит. Как Култи, посмотрите, у него ресурсов-то до хрена. Чего ему давать-то не хватает? А, гейтов нету. У него все гейты здесь основная. Вот почему не надо на 3 гейтов ставить много. Ну, поставил за фотонкой. Остальные-то куда ставишь? Все, выбивает всю зерк и лишается прироста Култи в итоге просто-напросто. И не может отбиться. Мината сгрыз. Просто агрессивным давлением своим, прессингом дичайшим сейчас Култи. ВП пишет, Култи нужна следующая игра. Если проиграет, то будет с Касом биться, естественно, за матч за 3 место. Либо это будет Мината. Сейчас мы ждем следующую игру, нужно заходить на хост. Понял тебя, Вориан. Ну, что там у нас следующее? Так, пошел инвайт, спасибо.
Так, ну что, культи ожидаем мы. Так, Култи не может зайти, захожу к нему. Запись, конечно же, будет, записи всегда есть, но не сразу выкладываются. Ну что, ребят, вторая игра Минато против Култи, поехали.
Так, Минато 1-0 ведет. Нексус второй практически готов уже я тут. Сегодня такой день кипишной, приходится отвлекаться иногда. Переводит Минато рабочих на вторую. Я пока еще проверяю, что там у нас Energy Infinity происходит. А там ни хрена такое ощущение у меня не происходит. Ну что, Старгейт готов. Плюс 2 гейта у Култи. Подобные предыдущие игре билд. Я не знаю, почему Култи. Но хотя, с другой стороны, Култи дело стоит абсолютно верно. Потому что Минато открывается через му. Хотя вот этот раз Култи даже не разведал. Он просто решил этот билд такой же сыграть по дефолту. Вот. Против того, что делает Минато, в принципе, верно открываться понадежнее. Так как... Он любит ранний мув, он любит лингов добавлять. Это часто происходит. Оракул полетел вперед. Строится еще один оракул. В этот раз Хара с Оракулом поудачнее. В прошлый раз вообще два дрона всего лишь получил сбрить. А в этот раз уже 7 Култи подбревает. Ну, хорош, нужно остановиться, потому что дальше можно Оракула просто потерять. Улетает Култи. 10 дронов заказывает еще сейчас, соответственно, Минато. Ну, все нормально. Гейты открыл Култи. Один что-то забыл открыть, не знаю почему, правда. Саплай блок выходит, Култи вниз. Два пилона строится. Здесь 3 заказывает он таким образом, чтобы держать рампу. Блин, какие гигантские рампы в лобби. Даже... Ну, все равно застраивать надо. Стараться там гейты в ряд ставить. Что-то, я не знаю, ставить в ряд. Иначе будут забегания постоянные происходить. Ну что, 6 лингов, 8 гидралов. У Минато как-то он походцевский сейчас открывается. Линга гидры, что ли, пуш? Но это все адептами в хлам контрится. Да, и в этот раз Култи, кстати, и гиты стоят. Правда, здесь, мне кажется, проход между ними есть, но я не уверен, есть, нет. Роба заказана тоже там. 2 фаржи работают. Чардж пошел, что самое интересное. Ну, кстати, столько адептов. Есть хотя бы уже в начале. Имеет смысл, я думаю, что делать им... Скорость атаки грейт их уникальный. Ну, Минато выдвигается вперед. Да, именно линга гидры. Пуш сейчас будет. Култи же оракулами пытается что-то сделать. Гейты открываются. Нужно еще один гейт открывать. Нужно какой-то даварп делать. Култи каких-то юнитов. Не знаю каких, правда. Пошел даварп. Вот на этот пилон можно варпить, на этот не стоит, на него очень долгий варп будет. Пилды от Култи пошли, он немножко вверх отошел. Лингов вроде как разбирает, оверчаш выставлен на пилоны.
Вроде как справляется Култи, но это пока вроде как такое ощущение. Хотя лимиты близки, очень становится Варф пошел сейчас. Опять же, на этот пилон с этого быстро все приходит. Узелков чаш есть. Нужно адептов больше сейчас Култи обязательно добавлять. Гейт один отключает. Пилоны восстанавливают Култи. Нужно доварпливать сейчас юнитов. Гейтов не хватает. Как и в предыдущей игре такая ситуация была на самом деле. Так, еще верчажистный. Все, гейты падают. Вот тебе и стенка. Стенку-то сделал, но стенка развалилась. И все, гейты минус. Гидра здесь с лингами начинает харасить. На муве уже все там. У Мината вся эта гидра. Очень активно он ее законтроливает. Почему Култи варпит зелков? Вот он надел сейчас, сделал чарж. Адептов на варпит, и на них с рейнджа будут отбиваться. С гейтов стоять уже мог несколько раз бы их сделать. И с грейтом... Ну, сейчас адепты недооценены в этой игре, я вижу. Бля, вот только сейчас сверху варпит там пошел. Но фотонок нет, ничего нет. Конечно, Култи развалится здесь, несмотря на то, что у него заказан сейчас дестабилизатор. Это 2-0 от Мината. Оракулы поздно очень вернулись. Тоже нужно было их вернуть. Наверное, ГГ пишет. Култи против Касса. Матч за третье сейчас будет место за квоту. Ну что, Стрэндж Мината у нас, но им, в принципе, можно не играть. Я не знаю, решает, но, наверное, не решает. Это кто, кто на первом, кто на втором. Так. Так. Ну да, смотрите, ребятки, for fun only. Есть небольшой приз.
Так, ну что, я Култи против Каса буду стримить. Да, я забыл совсем про призовые, ребят, что там небольшие хоть, но они есть, и для этого нужно доиграть до конца, как бы. Помыть полы, ну чё, это изи как бы, да я бы сам бы выделил бы, если бы кто-нибудь заморочился. Вот, а то у меня сейчас с ногой как бы, так что. А, ладно, хотел вам скинуть линк на второго чела, который стримит, может Смайл шарит, кстати, Паш, если шаришь, скинь в чатик, вот, если ты знаешь там какой... Так, понял, Паш, все, скинул, я сам тут уже копирую, сижу, чтобы врубить.
Ну что, ждем начала. Ну что, Култи против Касса за последнюю квоту на турнире. Поехали. Так, ну что, ребят, синий Касс, красный у нас Култи, начинается игра за последнюю квоту, фактически за третье место матч. Финал на другом стриме, ссылочка есть от немцев, Минато против Стрэнджа там бьется. Я не стал их задерживать, потому что времени много. Пусть сыграют финал сразу. Хотя можно было бы посмотреть. Завершено. Ну да ладно. Короче, не суть вопроса. Смотрим мы, в общем-то, матч за третье сейчас. Ну что, пилончик пошел у Култи рядом со второй базы. Касс прилетает, рипером харасит. Минус рипер. Нельзя в рейндж пилонов сейчас входить риперами, иначе они гибнут моментально. Касс теряет своего рипера, выходит в реактор. Оп, реактор лаба, ЦЦшечка факта. Култи пошел рипером вперед. Предкрадок, всем привет. Ну что же. Сегодня уже тоже уже давненько стрим идет, уже по 11 час. А сколько у нас вообще? Погодите, я начал в 5 где-то, наверное. Часов примерно. Да, без 15.5 я начал. Короче, 5,5 часов идет стрим. Начинает Култ типа реактору долбить адептом. Рейндж у адепта 4. Одному Марику очень не повезло сейчас попасть под удар. Култи отменяет адептом сюда врыв. Ну, кстати, если бы он сюда вот ворвался адептом, Марики, пока пришли пару КСМ, Култи бы мог забрать, но он предпочел адепта сохранить. Ну, или, может, он вообще об этом не думал. Так, здесь у нас минка у Касса, старпорт заказан. Что, минки это опасно, может быть, передроп у Култи. Посмотрите, вот, ну, если ты хочешь вот в эту тему играть с призмой, то тогда нужно, конечно же, пораньше добавлять роба. В итоге просто будет уже здание готово. Темное святилище и призмы еще не будет. Ну, то есть она будет готова, но она пока летит, пока то все, пока долетит, сюда много времени пройдет. Хотя Касс, посмотрите, халяви, так и дьявол, он просто без инженерки играет в данный момент. То есть можно
Можно на этом моменте как-то подловить, попытаться. У Култи, правда, газа 3 всего добывать. Четвертую он до сих пор не поставил. Не знаю почему. Нужно заказывать. Да, Култи заказывает. Вот, посмотрите, да, готов Даршайн. А призма еще только строится. Когда она там вперед полетит? Это ж сколько времени пройдет, ё-моё. А можно было прилететь вовремя, как бы, и сделать все четко. Резина, слушай, Касплотпе, ну как, он буквально недавно, вчера или когда стримил-то, я чуть не помню, или позавчера, он чуть не прошел на Home Story как квалификацию, там в одном шаге остановился, очень хорошо играл. Так что я думаю, должен тащить он. Так, туреточка пошла. Прилетает призма. Култи уже на муви пришел одним дарком. Вот двух дарков до варп, но 10 туретка есть на второй базе, обратите внимание. Дарк пытается пройти. Залп, посмотрите, как Култи спас. Успел в призму сесть от выстрела минки сейчас. Ну что же, молодец, хорошо сработано. Здесь у нас один дарк минус. Нужно прилететь, может быть, еще раз вот сюда вот дропнуться, выманить сканов у Каса. Третья ЦЦшка. У Кас уже в орбиталку морфится. У Култи плюс 2 грейт атака делается. Так, здесь у нас призма висит. Заходит Дарк. Вот за два удара можно было забрать сейчас реактор, но Култи не среагировал как-то. Марику по спине пришло, он подумал, как же мне сейчас повезло, и ушел на хайграунд, потому что Дарк не рискнул туда врываться. И Марику-то действительно жестко сейчас повезло, очень жестко. Ну что, улетает призма, Либератор пытается ее ликвидировать, но не так-то просто это сделать. ХП-то у призмы порядочно, уходит, здесь Дарк стоит, может, кстати, Дарком спокойно камни сейчас начать выбивать. Култи, кстати, интересно, и стиль сейчас играет, почему-то через колоссов он играет, а не через дестабилизаторов. Ну, кстати, через колоссов решение интересное сыграть. Так, долгий варп на один из пилонов от Култи. То, что выжил вот этот товарищ, не очень хорошо, потому что он может сейчас поставить свой дэмэдж и будет напряжно. Так, здесь Култи посмотрел. Акас в это время дропом пролетает. Смотрите, Мазеркор здесь где-то рядом. Минус Мазеркор. Ё-моё, Култи вообще реакцию заторможенную какую-то демонстрирует. Минус Нексус в итоге будет сейчас Култи. Ну что же, очень неприятный момент сейчас был. Акас очень четко здесь все сделал. Пришли сталкеры, как-то поздно они пришли. Ну, Култи два дропа, правда, забирает, два медивака. То есть Нексус будет в основном. Пробки всего две погибли, но вот это спасает ситуацию для Култи. Он забрал весь боевой лимит Каса, рабочих погибло мало. В принципе, две базы добываются, можно потерпеть, немножко пожить, и все будет нормально. Тем более, что Култи сейчас интересную тему запилил. Он добавил вторую фаржу, вы видите, из двух фаржей грейды делает. У Каса 1-1, вторая атака запилена. И, кстати, есть и 2-2 тоже сейчас пойдет. У Култи 3-1 там. Ну что же. Грейды могут подрешать, конечно. Ну, подрешают ли? Култи Immortal заказан. Будут ли дестабилизаторы? Хороший вопрос. Мазеркор восстановил ли Култи сейчас? Нет, Мазеркор не восстановил. Ошибка. Обязательно нужно восстанавливать его.
Вот здесь вот очень уязвимая указа направления. Представьте, вот эти здания сейчас выбить с этими грейдами. Это такой будет для тирана удар жесткий, что вообще, ну, чтобы выбить их быстро, нужны дарки обязательно в дропе. Так. Баланс флот. Все в пределах разумного. Много споров об этом сейчас идет, но так как уровень еще пока не у всех сильный, да ни у кого дико сильного уровня нету, игра только вышла, как бы уже, да, кто-то уже что-то демонстрирует, как бы, ну, тяжело сказать, еще не все юниты возможности используются далеко, поэтому тут дело такое. Обносится туретками, Каз боится дропщиков, посмотрите, как сильно обносится сейчас. Ну что же, 2-2 делаются, у Култи 3-2 грейды делаются, чаш. Каз тут пробивает, камни будет к четвертой базе уже выходить. Медиваков у Каса, как обычно, почти нету. Две штуки, кстати, у Каса. Это старая такая проблема, я помню. Уже давненько у него такая хрень была. 182-166. Полимит Култи варпит там делков. Штормовиков. Ну вот микс больше, конечно, ходсовский. Но есть и адепты. Но если ты, если вообще какие-нибудь адепты, какое-нибудь количество адептов есть, обязательно им нужно делать грейд на... Скорость атаки уникальная. Он 100-100 стоит, он дешеврезный. И 45% скорость атаки, это же жесть. Где у нас Твайлайт-то вообще? Вот он Твайлайт. Кстати, на него буст бесполезно сейчас стоит вот на этом Твайлайте. И, там ничего не делается в данный момент. Так, приходит Култивич, что Каз подходит. Сталкерами наоборот надо агрессивно блинкаться под вот этих товарищей. Култи что-то ждет. Так, зилки прыгают вперед, получают от Либератор в спину сейчас очень жестко. Култи обязательно нужен, сейчас Шторм, он это понимает, и со Штормом уже биться и будет. Так, за... Ну вот, посмотрите, дал занять позицию, теперь проблем миллиард. Ну, ё-моё. Еще один Либератор сюда ставится. Так, приходит Каз. И Моркул спускается. Шторм пошел по мародерам. Култи штормит, но вот эти штормы в никуда фактически. Поломился Култи вперед. Фокус Либераторов идет. Ну какой дэмэдж Култи получает? Жесть какая-то. Штормовички проходят дальше. Штормы не так уж сильно попадают сейчас. Викингов вообще никто не замечает из-за этих Либераторов. А они колоссов замечают, они хвалят методично сейчас. Но Култи отбивается. Здесь зилки на четвертой базе. Планетарку напрягали, Каз законтролил. Но по лимиту Култи в плюсе в итоге остается. Колосик один выжил здесь. 3-2 грейды. Добавление гейтов на четвертый идет. Нужно грейды заказывать. Поля третьи, поля первые, третий армор сейчас обязательно Култи. Так, Мината 1-0, молодец. Мината, ну, там как бы не сильные признаки какие-то есть. Там, 400 с чем-то, 500 рублей первое место. Просто на отборочные то, что вы дали. По приколу. Так. Здесь у нас что? У Каса все строится сейчас. Продакшн серьезный, налажен. Култи тут рядом ходит. Лимита больше. Но боевой одинаковый абсолютно сейчас. И при этом всем. В том, что боевой больше у Култи. У Каса. По грейдам, ну по грейдам примерно ровно, ситуация 2-2 в 3-2 протосовских, как бы, ну полей нету, то есть, в принципе, нормально. Вот фаржи бустят, Култи молодец. Поля, конечно, быстрее сделаются, чем третий армор. Так, выходит Култи, есть Либератор указ, нужно отойти немножечко назад, под Либераторов лезть точно не стоит. Ну, Култи тут рядом находится, Нексус запилен. Кстати, эта тема работает с Нексусом, что быстрый варп идет до сих пор, оказывается. А я не знал. Культи покусил. Тут Либераторов на халявку. Еще и Штормом одного подбрил почти. Два Нексуса он строит. А, это один здесь строится. Для доварпа быстро, но все ясно. 184-160 по лимиту. Культи пытается Либератор фокуснуть. Одного фокуснул, два осталось. Где еще-то один? А вот он висит над армией, я не замечаю. Тирановская все так сливается сейчас визуально. Есть ведь шторм. И, ну, пару псишновичков есть. Гастов нету. Кстати, тираны сейчас редко гастов спросом там добавляют. То есть шторм нужно побольше использовать. Еще либераторы прилетают ближе сейчас. Ульти штормом их обдал немножечко.
Но с одного штурма они не погибнут. Но ровно 80 дэмэдж нанес. Здесь Нексус достроил уж. Нужно и Нексус гейт одновременно заказывать, потому что гейт даст варп потом, Нексус на первое время даст варп. Ну что, Култи принимает бой, 130 на 160 его пользу, такое ощущение, что касса разваливает он сейчас в первой игре, потому что по лимиту уже серьезное, потому что 30-ка стабильно держится, но боевой одинаковый до сих пор, кстати говоря, минус туретка. Здесь еще видит минку, Култи подрезает минку. Да, варпы новые идут. Так, поля доделались. Третий арматурж сейчас доделается. Пятый Нексус у Култи готов. Добыча продолжается. Касса ступил немножечко назад. Зря позицию не держит либераторами. Может сейчас просто резко ворваться и ничего не сделаешь тогда. Колоссов третья атака. Уж 15 дэмэджа. Так, ну дэмэджка с колоссом дико порезали. Так, подходит Култи. Пытается Нексус забрать. Так, минус Либератор. Отступает Култи назад. Вот Нексус свой. Пошел варп. Все штурмовичка минуснул касс. Я не понял, чем, правда, он это сделал. По-моему, как будто Либератор выстрел в спину. Я его попал, но я не думал, что он... Хотя штурмовики медленно ходят. Может быть, да, даже попал под удар Либератора. Касс добавляет викингов еще, но грейдов не делает касс на воздух. Вот в чем проблема. То есть сейчас викинги мало дэмэджа наносят уже воздуху. Минус медивак сейчас сделал Култи. И так-то тут энергии нету. Ну что, 199-168, думаю, Култи разведет здесь. Вот этот Нексус пока стоит, нужно какой-то буст-гейт ставить всегда. То есть такие мелочи, если уж ты Нексус добавил. Но вообще вот это нужно пофиксить, чтобы около строящегося Нексуса такого хрени не было. Ну вот как-то, чтобы в атаке такое не происходило. А как пофиксить, я даже не знаю. То есть это значит, тогда около строящегося Нексуса и дома будет варп медленный. Здесь разводик зелками идет. Заходят они на мейн. Минус мародер. Прирост здесь. Прироста касса Култи фактически лишает. Здесь все будет умирать, выходя. Плюс здание сейчас продакшн гибнет. Здесь касс полез вперед. На шторм попал. Култи бьется. Касс бьется тоже. Либератор сзади, он сейчас ничем не помогает абсолютно в бою. Минки делают залп, колосс падает, но подходит еще один колосс. Либератора Култи сбривает. Викинги тоже падают. 142-90. Здесь зелки разрывают мейн. Просто так, на второй базе депошки рубят. Все рубят. Газ там зарубили уже. Да, варп еще идет от Култи. И мортлов по две штуки строят. ППС пишет. Касс это ГГ, ребятки, все-таки. Дожал касса Култи. Нужна следующая нам игра. Так, на... На G-Infinity Bly. Бьется с Реалити. Реалити последний, не зерк остался в полуфиналах. Уже все три зерга точно будут на G-Finity. Это печально. Так, касс Култи не создают, там Минато уже.
Так, куда культи-то делся, не понимаю. Так. Так, сразу я создам. Так, короче, я сам попробую создать. Сейчас что-то культи тупит. Я не знаю, что он там тупит, где он находится. Так, ну что, ждем пока КАС скажет гоу тоже. Аккаунт где-то отсутствует, походу. Так, КАС написал в чат, я просто смотрю на оранжевые буквы и не замечаю, прошу прощения, поехали. Да, сливка будет тащить, но не сегодня. Походу 1-0 Култи против Каса. Если Кас сейчас проигрывает, то он не выходит на Вавролигу нашу, к сожалению. Ну ничего не поделаешь. Таковы правила отборочные в этом сезоне. Ну не успел Кас еще у глотов натрениться сильно. Получается, что так. А как еще? Сумеречные башни. Карта Култи, предыдущая карта. Кас выбрал.
Сэм готов. Так, реалити 2-1 выиграл Блая против Нерча. Он там, блин, будет биться. Я уже не успеваю туда на G-Finity, к сожалению. Затянулось у нас все жестко. На нашем турнире прямо. СМ готов. Ну, можно потом будет ворваться еще. Так, ну что, КАС переводит уже несколько рабочих на вторую базу сейчас. Пошли две орбиталки, идеально на ближние минералы направляет, красавчик вообще. Начинает сразу ближние добывать, здесь у нас сейчас вторая депошка будет заказана, нужно проход закрыть. Ну, можно было бы третий барак, например, сначала заказать, но не стал КАС так делать. Здесь у нас густы идут. Так, Минато 2-1, отлично, они там в У5 стали играть, какой, как они там стали играть, я не знаю, если честно. Ну что же, Пулти Нексус ставил не такой халявный, как КАС. ЦЦшку, вот, Адепт вперед пошел, но тут уже Мариков достаточно много скоро будет. Будет ли КАС еще один барак добавлять, не знаю пока. Ну по рабочим за счет 14 ЦЦшки не сильно отстает прям КАС. Реактор Лава. Ну что, туреточки у КАС пошли. Так, факта запилена сейчас. Адепт уходит домой. Ну что, КАС играет био стандартная, достаточно с ранней агрессией, потому что стимпак будет ранний. У Култи плюс 2 гейта, чем-то похоже на предыдущий его билд, и даже на билд с зергами он похож, вот этот вот билд чем-то. Ну, а у КАСа вообще тут добыча идет. Точку сбора с мейн, наверное, уже можно и на вторую базу было поставить, ну. 16 КСМ, где сесть, да, КАС уже туда и поставил точку сбора. Газ добавляется, старпорт строится, еще третий барак, здесь надо, естественно, реактор под старпорт делать, что КАС сейчас и делает. Пути фаржа, пока адепты, это плюс пуш адепт, ой, не пуш, хара с адептами со стороны Култи будет. На этой карте удобно и на вторую, и на мейн врываться, прямо из космоса фактически. Док, что ли? Оп, хорошо, почти все нормально просто. Такой вяленький, вчера с другом посидел. 30-летие его отпраздновали, которое я не смог отпраздновать, так, когда стримил BlizzCon я. Не так давно это было. Так, ну что, призмы здесь прилетают. Чуть не потерял Култи призму, но чуть не считается, не потерял, а это главное. 7 КСМ уже забрил оппоненту на вторую базу. Посылает сейчас адептов. КАС бежит убивать, ну, Култи здесь КСМ наубивает, количество такое.
Хорош, 19 КСМ кассу забрал. Посмотрите, 49-29 Пурабам. Обязан Касс сейчас идти, просто обязан в контратаку. У него сейчас будут грейды, фугасы, стимпак, щиты. Все грейды набил. Здесь плюс гиты у Култи. Вот ему реально нечем сейчас встречать Касса. Единственное, что у него будет колосс без рейнджа, но с рейнджом... Сейчас и с рейнджом-то колоссов дэмэш небольшой. Но лучше колосс, чем дестабилизатор в такой ситуации, я считаю. Почему? Потому что дестабилизатор, он ненадежен. Если тиран круто контролит, один выстрел промахнулся, и все, он бесполезен. А колоссом ты тянешь время, там позицию за счет филдов занимаешь. Приходит касс, вот сейчас уверчажи нужны на... Обязательно нужны уверчажи. Сейчас на пилона Култи приходит вниз. Касс пустит пилона, здесь хорошие филды пошли. Будет пытаться колосс забрать. Да, конечно же, пытается Касс забрать колоссу, но не так-то просто это сделать. Гейты в итоге отключены. Култи там пилонов настроил миллиард уже. Рейндж колоссом чуть-чуть больше не будет. Таймвар под Култи. Приз. Мазеркор лучше не терять сейчас. Култи уже... Ух, Касс. Успел Касс на последней секунде забрать третий Нексус. Ну, смотрите, пора рабочих-то Кассу все равно никто не отстроит, если он Нексус оппоненту заберет. И у Култи рабов не погибло. 35-56 Пурабам, то есть он отбился. И если он сейчас Нексус восстановит, у него все нормально будет. Вайлайта у Култи не было, вынужден он поля первые заказать, так как, чтобы форжа не останавливалась, работала все время. Прилетел. Ой, один адепт всего лишь успел дропнуться. Култи одну КСМ-ку сбреет. А может даже две. Нет, одну все-таки сбрил. Касс убил адепта. По лимиту близко. Боевого Касса больше до сих пор. Но экономика Култи намного лучше. Я не знаю, что он будет сейчас делать в Твайлайте. Там все грейды надо делать. И чаши, и блинк, и адептом. Там в Твайлайте все грейды невероятно полезные. Один Гедис все-таки выжил. Вар будет достаточно быстрый. Четыре пилона Култи поставил, чтобы... Проще выхода Касса было отбивать, но где Мазеркор сейчас? Не восстановлен Мазеркор, это ошибка. И вот сейчас Култи будет нечем либераторов, например, контрить, убивать. Но зато рейндж колоссом уже есть, можно выйти встретить. Минус либератор, Касс отдает его на ровном месте сейчас. Хорошо Култи, что забрал. Для Култи хорошо, что забрал он либератора. Касс на мейн, кстати, полетел сейчас. Нужно разворачиваться. Нужно пилоны врубать с пушки пилоны на пилонах. Так, либераторы, Касса тут две позиции занять. Култи уверчажа выставляет. Сейчас еще один уверчаж на дальний там пилон. Минка по колоссу. Какой залп жесткий, а? Так, колосс падает. Но Култи отбился в итоге. Все нормально. 103 на 80 по лимиту. Здесь на вторую базу атака идет от Касса такая. Серьезно, Твайлайт у Култи не работает, он сейчас отключены пилоны были. Блинк не делается, Култи не видит походу этого, нужно установить на Твайлайте электроснабжение, так сказать. Так, здесь не стал газ добывать, молодец, так как там рабочему у Касса третья ЦЦшка. Касс тут планомерно тащит, и по экономике все лучше становится. Но у Култи уже три Нексуса добывается, добыча восстановлена наконец-таки. Будет ли он агрессивничку это там вперед идти, я не знаю. Сентрей доварпливает сейчас. Бустится Роба, бустится Форжа, нужно еще одну Форжу пробустить. Четвертый Нексус Култи ставит, понимаешь, ему как-то закреплять нужно преимущество. Интересно, что он играет без дестабилизатора вообще сейчас. Ну, против тирана, может быть, это и актуально, в принципе. Форжи пробустил, Роба не бустит, зато Култи. Ну вот, а где третий буст вообще? На чем он третий стоит? А, на Твайлайте, все, понял, на Твайлайте, да, буст нужен. Всегда их нужно менять, если где-то что-то доделывается, чтобы, ну, эффективно было. Я думаю, все прекрасно понимаете этот момент. Ну что? Резонирующие глефы.
делается грейд. Сейчас это на адептов. Култи подстраивает иммортлов. Сейчас лимиты равные вообще. Рабочих у КАС значительно больше. 2-2 сейчас грейды доделаются. Я так полагаю, что КАС как раз-таки на 2-2 грейдах и хочет сейчас пытаться культи разобрать. Смелый адепт здесь я бы назвал эту картину такой. Кстати, можно иллюзию вот на мейн через депошки провести, можно и телепортнуться бы было. Пользователь Ки320 активировал премиум на ваш канал. Информации можно было получить и рабочих там убить парочку штук. Культи надо больше адептов варить, если он этот грейд делает. Нахрена он вообще его делает? Тут пару адептов. Адепты подрешали. КАС выдвигает вперед, и по боевому-то лимит его значительно больше. По грейдам КАС лучше. У КАС лучше. Хотя 2-2-1 здесь. Ну, шторм будет готов через несколько секунд. КАС приходит сейчас. Позицию занимает. Под блинк от Култи идет. Нужно штормовиков вести сюда. Нужно выбивать либераторов как можно быстрее Култи. Иначе они выбьют Култи сейчас все. Приходят штормовики, штормы пошли, викинги ждут, дарки, КАС вообще сканы не делает. Смотрите, дарки все разы. Либератора наконец Култиф укуснул. Колосса пытается спасти, законтролить. Колосса спас... Нет. Последней ракетой КАС выбивает. Так, Минка выбивается, она не знала, кого фукуснуть сейчас, и дарки ее резанули моментально. Спасибо, Ки320. 10 человек сегодня на премию подписалось. Это хорошее число. Последние дни минимум десяточка с табелем подписывается. Еще один Нексус Култи ставит. Ну, КАС-то давит. Смотрите, сейчас с хайграунда имбовую позицию занимает и начнет сейчас атаковать КАС. Култи дарком, конечно, все это видит. Ну, а что он может сделать? Минку выбивает КАС. Нужны доварпы. Да, лимита Култи больше. Да, здесь дарк нарезает. Кстати, дарк-то хорошо очень нарезает, я вам скажу. Култи подходит и КАС... Ну, вот... Так, хороший шторм пошел от Култи. Заходит он наверх. Либераторы не контролят сейчас это направление, естественно. Касл медивак сбивает Култи. Сейчас будут сбитые либераторы моментально. Они тут по зилкам выдают демеджа. Здесь нас Дарк гоняет до сих пор. Сколько он там уже нарезал-то? 3-8 туловищ уже срезал тирановских. 98-125 по лимиту сейчас ситуация. Добычу Култи восстановить. С мейна уже давным-давно пора перевести этих рабочих. Там уже все кончилось практически. Куда Култи вперед, я не знаю. Но на эту базу все правильно. Ну что, 143-112. КАС четвертую ЦЦшку занял сейчас. Здесь у нас на, газа вообще не добавляет. КАС у него по газу и так перекос идет сейчас. Газа достаточно. Ну как достаточно? Ну сейчас 2-2 закажи, например, 3-3, простите, и все, газа не будет сразу же. Ну КАС не заказывает 3-3. КАС копится, а это ошибка. У Култи уже 3-3-1 грейды, они гораздо лучше, чем тирановские 2-2 уже. Так как ну, на 3 грейда перебор это уже, да, поля не доделаны, но тем не менее, здесь если бы 3-3 было, конечно, они лучше были бы, чем 3-3-1, так как там тройки 3 нужно. Чтобы было так же. Так, приходят сталкеры, получают от Минки залп. Либераторы разложены. Сейчас Култи тут бегает. Либераторы пиу-пиу делают очень жестко. Ну, кстати, штормом колоссами контрит сейчас Култи все это дело. До либератора достает. До одного из либераторов. Агрессивный заблинк наверх пошел. Нужно фокуснуть либератора. Штормы неплохо сейчас проходят, но... Под либераторов штурмовики падают. Сверху есть пилоны. Можно варп сюда на хайграунд сделать просто-напросто. И все будет нормально. Так, здесь зилок зашел. Минус зилок неудачно. 168-143. Улти видит, что либераторы подставляются. С грейдами 3-3-1. Моментально их сбривает Култи. Так, зашел тут в рейндж было либератора. Но вышел сразу же. Так, колосс неплохо поддает. Контролит у Култи. У Култи как будто, знаете, как в героях. Типа бонус там. У Архангелов по дьяволу, у Култи как будто бонус против КАСа, он его постоянно что-то пишет, хрень какую-то, и как-то лучше даже с ним играть стало, у меня такое ощущение складывается. 130-190 лимита, минус либераторы, Култи идет вперед, и за счет грейдов, за счет прочности своих войск просто сбривает все нафиг сейчас. КАС пытается отступить, катит как может, но 75-185, ребятки, это не...
лимит не тот, из которого можно вытащить. Ошибка Каца, что он не делал 3-3, это 100%. Очень жесткая была ошибка. Ну что ж, минус. Так, Минато, как я понимаю, доиграли уже, да? Так, на канале Gfinity что-то как-то пустовато. Почти нет людей. Короче, выиграл все Минато. Култи занял третье место. Второе место занят Стрэндж, они-то и получают квоты. Кас, к сожалению, не получил, но у него только один шанс был. Тогда он Home Story Cup играл, не смог проиграть. Финал уже ничего не решал, кроме того, что это битва за 480 рублей была. Но можно было попросить не играть, подождать, например. Так, сейчас стоп-старт сделаю. Пожалуй. Или пока не делать. There's an indicator with the bio lands, isn't it? It's the orange. Хотя нет, сделаю все-таки я стоп-старт.